Всем привет! С вами Лекторий «Ошибки нет. Узнать за одну минуту». Недавно мой приятель мне написал: «Все, с Нового года кардинально меняю свою жизнь». «Отличное стремление», — ответила я и посоветовала подучить русский язык. Видимо, мой приятель считает, что радикальное изменение жизни связано с какой-то там системой координат. Но как же он ошибается? Никаких двух «о» в этом слове нет. Давайте уже наконец запомним, когда мы основательно что-то меняем, мы делаем это кардинально. Кстати, это наречие образовано от латинского cardinalis, что значит главный, основной. Забавная штука, от него же образовано слово кардинал, отличная ассоциация для запоминания. Оставь координаты в тетради по математике, ну а если решишь начать изменения в жизни, то делай это кардинально.